Мне нравится. Самое главное, мне нравится. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами зеленая лапша, баклажаны. Я заметила, что баклажанов ни разу не было на моем канале. Также я пожарила помидор, можно сказать, тушеная помидор. И здесь грудка вареная. Сегодня у нас еда максимально домашняя. Часто я вижу в комментариях, что все пишут: давай что-то домашнее, давай что-то такое, что не было. Ловите. Баклажанов никогда не было. Сама пожарила. Какие вкусные баклажаны получились. И зеленая лапша. Взяла новый ракурс. Почему, могу объяснить. В мой прошлый ракурс невозможно было вот это вот так вот красиво все поместить. Поэтому решила что-то поменять. Это мой завтрак. Я сегодня встала очень рано. Можно сказать, почти ничего не кушала. Уже 2 дня подряд с моей подругой Шелли мы видимся, идем, фотографируемся, потому что на улице просто замечательная погода. Зимой этого шанса не будет. Будут все фотографии в куртках, не знаю. А сейчас спокойно можно без куртки выйти на улицу. Это шикарно, на мой взгляд. В середине ноября ходить без куртки. Решила, что больше внимания буду уделять своему инстаграму тоже, потому что в ютубе я очень активная. Каждый день новые видео, там еще что-то, а вот в инстаграме не особо. Это нужно исправлять. Обещала себе, что каждый день будут новые фотографии для инстаграма тоже. Еще хочу завести ТикТок, я вам уже говорила, да? Я люблю делать вот так вот. Может, это не очень сочетается, но мне нравится. Самое главное, мне нравится. Все, что вы видите, это домашнее. Даже сок. Это компот, который мы с мамой закатывали этим летом. Он из кизиля. Очень вкусный. Я хотела пойти в магазин и купить какой-то напиток, и тут бабушка мне сказала: столько компотов там лежит, зачем ты покупаешь? Я подумала, действительно. И давайте поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Было бы интересно, если бы ты сняла видео по типу «Что в моей сумочке?». Я реально не знаю, будет это вам интересно или нет. В принципе, я могу снять как разнообразие, почему бы нет. Можно, знаете как, можно в один же и тот же день заливать, например, и мукбанг, и какое-то такое видео. Люди, которые подписались чисто из-за мукбанков, чтобы им было что смотреть. Но также для разнообразия что-то такое снять. Сниму. Именно вот что в моей сумочке. Так, он правда старый. Но сниму. Как ты будешь худеть, если будешь снимать каждый день мукбанки для нас? Тогда, значит, мукбанков не будет. Я пока что не собираюсь худеть, меня все устраивает, у меня даже нету такой мысли. Пока что. Можно сделать так, ну, снимать мукбанков на неделю вперед, а потом
неделю сидеть на диете, например. Мне кажется, с моим каналом мне очень сложно будет похудеть. Я, знаете, каждый день привыкла кушать очень много. Я не представляю, что я сижу на диете. Ладно, еще мукбанки, но ты сидишь, снимаешь видео, потом идешь гулять, например, с подругой. Вы сидите в каком-то заведении, где все очень вкусно. Открываешь меню, и ты понимаешь, что ты голодная, ты все хочешь. А потом через неделю взвешиваешься и понимаешь, что да, поправилась. Можно какое-то время, например, неделю поснимать другие видео. Или вообще ничего не снимать. Я пока что не знаю, как оно будет. Да, я немножко набрала, но последние, не знаю, 2-3 дня я пофоткалась. И мне так нравится, как моя фигура выглядит на фотографии. Мне кажется, сейчас уже совсем такие худышки уже не актуальны. При моем росте 1,67 м я вешу 57 килограмм. 56-57, вот так вот. Мне кажется, в принципе, это немного. Но я была, конечно, 52-53, но так мне даже больше идет, мне кажется. Посмотрите на последние фотографии в Инстаграме. На мой взгляд, мне очень идет. Наш раб вкусняшка. Я все кушаю из нашего раба. Я так рекламирую наш раб, что из России мои зрители ищут в своих магазинах. Такой кисло-сладкий, кто не знает. Что делать, если кажется, что твои родители не в том веке? Да, это вообще, мне кажется, очень глобальная такая проблема, когда родители не понимают, не разрешают, например, одевать то, что ты хочешь, ходить туда, куда ты хочешь. Мне кажется, родители не должны ставить какие-то запреты перед ребенком. Ребенок сам должен решать, например, куда он хочет поступить, кем он хочет стать. Вот когда родители очень сильно давят, ребенок замыкается в себе. А это уже, мне кажется, проблема. Мои родители, например, когда я выбирала профессию, не говорили мне, что поступай вот в ПЕД, потому что у меня мама хотела, чтобы я стала учительницей. Но опять же, она не давила на меня никоим образом. У нас вообще так не принято. В некоторых семьях, например, родители заставляют, что вот, выходи замуж поскорее. Мне кажется, это выбор ребенка прежде всего. Это уже не ребенок, взрослый человек. Я не понимаю таких людей. Меня это, честно, очень злит и раздражает. Знаю, что вы будете спрашивать, где я купила вот такую вот лапшу. Это на самом деле самая обычная лапша. Просто я сюда добавила зеленый краситель, пищевой краситель. Не знаю, мне кажется, так интереснее и красивее. Можно детям делать такую, знаете, разноцветную лапшу, чтобы они с большим аппетитом ее кушали.
подруга у меня записалась в бухгалтерские курсы. Поэтому сегодня мы с ней увидимся как раз-таки после курсов. Пойдем посидим где-то, покушаем. А я вот, как видите, только что покушала. И это получается, что я буду наедаться. Одна покушала, с ней покушала. Плохо или хорошо, если девушка не показывает свои чувства к парню? Мне кажется, это очень хорошо, потому что, на мой взгляд, опять же, мужчины, они охотники, захватники. На мой взгляд, если девушка на ранних этапах отношений скажет о своих чувствах, мужчине она будет просто неинтересна. Вот. Сегодня, ребята, я не буду доедать, потому что я опаздываю, мне уже нужно выходить. А если я буду доснимать это видео, я как минимум на 10 минут опоздаю. Поэтому я надеюсь, что вы меня простите. Может быть, остальное я съем в прямом эфире, в своем инстаграме или что-то другое придумаю. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.